Зарабатывать на кредитных картах. А что такое возможно? Да легко и просто. На самом деле все просто. Для этого вам нужна карта с большим льготным периодом. 120-180 дней. И на этих картах можно зарабатывать. Как это сделать? Сейчас расскажу. К примеру, есть две замечательных карты. Одна на 120 дней льготный период, другая на 180. Все эти карты вы найдете под этим видео. Это не значит, что получив карту, ее нужно сразу раздербанить, купить себе новый iPhone там, либо еще что-то сделать. Это значит, что также под этим видео вы найдете те предложения, которые я вам расскажу. То есть вы можете взять деньги, кредитные карты, и положить эти деньги, пока льготный период действует, под проценты до 22% за 3 месяца вы сможете получить. Как вы используете свои кредитные карты, расскажите мне, пожалуйста. Если именно так, как это делаю я, то вы огромные молодцы. Если вы не знали об этом, то у вас есть возможность заказать карты с большим льготным периодом, кредитные карты, положить эти деньги под проценты и получить свои деньги и начать зарабатывать именно с кредитных карт. Вы не знали этот способ? Ну, тогда воспользуйтесь им. Итак, две кредитных карты. 180 дней льготный период и 120 дней льготный период. Получение в течение нескольких дней. И также в течение нескольких дней вы можете уже на этих картах зарабатывать. На этом я заканчиваю. Поблагодарите меня под этим видео. Ведь это классная вещь. Многие люди, которые знают, они этим пользуются. И кредит уже работает на них, а не они на кредит. На этом не заканчиваю. Подписывайся на четкую тему. С нами будет интересно. Всем привет.